Ассаламу алейкум, здравствуйте, братья и сестры, с вами Коча ТВ, сейчас с нами наш друг Эмиль, я думаю, вы помните, мы с ним уже снимали видеоролик, касаемо его фильма «Грязная ставка», где он показал всю эту коррупционную схему в мире ставок. Привет, Эмиль. Да, привет. Вот, привет. Мог бы ты сказать, что вообще за все это время изменилось, как ты сейчас продолжаешь свою деятельность или нет? Да, продолжаю, ты же видел, я сейчас много с блогерами записываю видео. Ну да, Абракадабра, Эдвард Билл. Да, и с Пушером сейчас выйдет, и с Герасевым, и с Ващенко Максом, с многими. Вот. Я, собственно говоря, записываю, показываю то, что происходит. Я не хочу видеть то, что происходит сейчас. Вообще, что, то, что происходит, это ужасно. То, что обманывает людей. Ставки превратились реально в грязные какие-то игры. Люди зомбированы этим, да. Особенно дети, вот как мы видим в последнее время. Это сейчас получается типа нормально, да, что может ребенок зайти, зарегистрироваться и делать ставки, да? Ну вот это то именно есть... и происходит. Дело в том, что букмекерские компании, они вообще уже обнаглели, проводят детские турниры, детские соревнования с блогерами, по 30 тысяч людей собирают на стадионе детей и этим самым агитируют, и дети уже приходят к родителям, как будто купить некую игрушку, мама, мне надо ставку поставить, я знаю, как сыграет Барселона, Реал. Вот. Собственно говоря, я букмекер, да, я этим занимаюсь, я не говорю, что я этим не занимаюсь, это действительно... дело моей жизни, которым я всю жизнь занимаюсь, но я не хочу, чтобы, первое, играли дети, чтобы дети делали ставки. Я хочу, чтобы детей от этого отграждали. Ты знаешь, я тебе рассказывал пример, когда моя дочка подошла к маме, 8-летняя, и говорит: «Мама, я знаю, как сейчас заработать деньги». Мама спрашивает: «Как?» Она дает телефон и говорит: «Мама, мне надо зарегистрироваться в Инлайне, там можно заработать деньги». И вот это зло, которое точно нужно искоренять, вообще оберегайте своих детей от каких-либо вообще ставок. Вообще, когда вы видите турниры, проводимые букмекерскими компаниями, детскими, возмущайтесь, предъявляйте претензии и говорите: наши дети не должны играть там, где реклама букмекеров, поставь ставку или еще что-то. И это просто вопиюще. Ну да, мало... вот, прости, что перебью, да. Я заметил, да, вот именно сейчас... В детском контенте все время реклама букмекеров. Вот те люди, которые снимают контент на детскую аудиторию, это тоже на самом деле, ну, нужно с этим бороться. У меня дочка вырастет, я не хочу, чтобы сказали, что твой папа принимал ставки у детей, играл с детьми. Я с этим буду категорически бороться до конца, чего бы это мне ни стоило. Этим обязательно буду заниматься. И я прошу все родители, которые сейчас видят это, передайте другим родителям, кто это не видит, чтобы оберегали своих детей от ставок. Потому что ставки – это не развлечение для детей. Это не способ никакого заработка. Это конкретная азартная игра. И она азартная только для осознанных взрослых людей. Если вы увидели, что ваш знакомый попал в беду, в лугоманию, срочно спасайте его, срочно что-то делайте, обращайтесь к психологам, ходите к верующим людям, муле, поговорите, чтобы с ним пообщались, чтобы он этого избегал, да, потому что загубленные судьбы, они никак не нужны, это точно. В нашей стране, по крайней мере, я буду этим точно заниматься и буду это делать. Ну, мы обязательно на моем канале будем дальше показывать, что Эмиль делает. Да, вот я сейчас вижу, какую ты работу делаешь с миллионниками, блогерами, тоже рассказываешь. Это, я считаю, очень важно сейчас в наше время, потому что детей реально надо спасать. Ну, и также огромное спасибо Лефуме, которая позволила нам снять данный видеоролик. Все это наших друзей, мы здесь шикарная обстановка. Мы здесь с Биллом все время, да. Всеми блогерами встречаемся. Это Краснопрудная, 15, приходите сюда, здесь обалденно. И, Эмиль, вообще, а мог бы ты вкратце рассказать, касаемо твоего фильма «Грязная ставка», вообще, какая цель была этого фильма? Цель была показать людям две вещи. Первое, это как у нас в нашей стране букмекерские компании обманывают людей. Причем топовые компании, такие как Винлайн, ну, допустим. Морозят деньги, не отдают деньги годами, год-два, продлевают блокировки, какие-то там придумывают схемы для того, чтобы не отдать деньги, обвиняют игроков в договорных матчах и так далее. И второе – это показать договорные матчи, которые в мире есть. Я хотел показать людям истинную картину Европы, какое ее лицо. Там нет никаких там
все красиво вам там, все показывают, все облачно. Ну, да. Это все не так. Все европейские чиновники, главы федерации, особенно по футболу, и тот же глава федерации, и глава УЕФА Чеферин, это такие же продажные грязные ублюдки, которые знают, что происходит, договорные матчи, они с ними вообще не борются, им это не надо, деньги идут, билеты покупают, майки покупают, спонсоры дают деньги, все хорошо. Они закрывают глаза на всю эту грязь, которая происходит в мире вообще ставок и в мире спорта. Для меня спорт вообще прекратил существовать. Я прекрасно понимаю, что каждый матч, который идет, в этом матче может что-то происходить. Потому что куплены судьи, куплены игроки, куплены тренеры. Все вообще подчинено тому, чтобы заработать на этом деньги. Грязные деньги. Это называется грязная ставка. Именно поэтому фильм называется «Грязная ставка». Букмекеры обманывают. Ставка нечистая, грязная ставка. Вы на матчи ставите, которые вы думаете чистые матчи, а они договорные. Это грязные матчи. Поэтому, собственно говоря, и такое название фильма «Грязная ставка». Эмиль, тебе еще раз огромное спасибо. Да, тебе тоже спасибо большое. Давай. Будем ждать дальнейших новостей. Ну, а с вами был Коч АТВ и Эмиль Музафаров. До свидания. Всем спасибо. Всего доброго. Пока. Берегите себя и своих детей. Эмиль Музафаров готов оказать содействие странам, где произошли данные события, с целью раскрытия организаторов договорных матчей и их участников. Фильм основан на реальных событиях. Мы связались с одним из человеком, который... является владельцем самой крупной конторы, букмекерской конторы в Москве, и не только в Москве, но и в регионах. Зовут этого замечательного человека Эмиль Музафаров. Рассказывает ли о том, что на самом деле происходит в мире спорта и букмекерских ставках? Людям, которые не были частью этой сферы, остается только догадываться о том, как реально все устроено. Мы дали на это деньги, поэтому все это работает. Ставьте договорной матч. Эмиль, скажите, пожалуйста, сливайте вам информацию, да, о том, кто выиграет. Тут у меня конкурентов хватает. На ваш счет происходит некая игра. Это не спорт и не соревнование. Это огромный бизнес. Где сценарий написан не под вашу диктовку. Что такое теория вероятности или все это полная ерунда? Это очень опасно. Я знаю о многих договорных матчах. Кому выгодна победа той или иной команды? Какие деньги стоят за самыми крупными событиями в мире спорта?